холодной воды, принять странника под кров свой, пожертвовать две лепты, как вдовица, и плакать с плачущими. И это милостыня. Но ты не имеешь ничего, совершенно беден, слаб телом и даже ходить не можешь. Переноси все это с благодарностью, и получишь великую награду. Такова была добродетель Лазаря. Он никому не помогал деньгами. Как он мог это сделать, не имея сам необходимой пищи? Он не ходил в темницу. Как мог он это делать, будучи не в силах сам подняться? Он не посещал больного. Как мог он это делать, будучи сам обрезываемым псами? Но и без этого он приобрел награду за добродетель мужественным перенесением всего. Тем, что, видя жестокого и бесчеловечного чести и роскоши,